Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor 70, и сейчас я покажу вам, как войти в безопасный режим. Итак, для начала нам нужно отключить телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочку питания. И продолжаем удерживать кнопочку увеличения громкости. После того, как экран погаснет, можем отпустить. Попадаем в такое вот меню, и здесь нам нужно выбрать Safe Mode. Выбираем, ждем, когда устройство включится. И теперь мы видим, что в левом нижнем углу написано «Безопасный режим», что означает «Мы в нем». И для того, чтобы из него выйти, нам достаточно перезагрузить наше устройство. Нажимаем «Перезагрузка». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.